день. Телеканал «Дом» с вами. Это официальный разговор. И сегодня у нас в гостях министр. Министр развития общин и территории Украины Алексей Чернышов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Реформа децентрализации называлась одной из самых успешных реформ в контексте предыдущего президента. Скажите, какую ситуацию вы приняли, как обстоят дела с этой реформой, и что вы планируете вводить? Да, действительно, реформа уже продолжается порядка 5 лет, и я ее принял на завершающей стадии ее реализации. И, как мы знаем, завершающая стадия всегда самая ответственная. И она показывает все сложности, которые или недостатки, которые были в процессе. Да, и на которые, возможно, закрывали глаза в процессе. Угу. В конце мы обязаны найти решение всем открытым вопросам, так как в этом году мы планируем завершение важнейшего этапа реформы децентрализации. И я бы просил не пугаться срока реализации реформы 5 лет, потому что в некоторых странах, в которых прошла эта реформа уже европейских, эта реформа длилась и 20, и 30 лет. Поэтому наши темпы одни из самых динамичных, может, не надо спешить, быстрых так? и завидных. Я считаю, что темпы оптимальные. В полном объеме реформа завершится в следующем году. И в этом году у нас достаточно амбициозные планы, и могу похвастаться успехами. Кабинет министров утвердил 24-й перспективный план развития областей, угу. и соответствующим образом мы закрыли 100% территории Украины, утвердив план окремых территориальных громад. Я всех поздравляю с этим событием. Это дает нам возможность перейти на следующий уровень районный, планировать количество и утворение, создание районов на областном уровне. И я уверен, что в ближайшее время мы с этой задачей точно так же справимся вместе с Кабинетом министров и Верховной Радой. Что дает гражданам Украины вот утверждение этих планов? Областных, областного уровня, районного. Вот если можно, расскажите в двух словах людям, которые не вникали в нюансы реформы децентрализации. Я думаю, что реформа децентрализации нуждается в объяснении в первую очередь с вопроса громады. Громада – это основной элемент и важнейший элемент этой реформы, которая дает возможность приблизить реализацию власти на места. И не на слове, а на деле. Перейти громаде на прямые межбюджетные отношения с государством, государственным бюджетом, и управлять своей судьбой, развитием своей территории и сообщества самостоятельно. Это важнейший элемент перехода и реализации реформы децентрализации. Мы в слове «объединенные территориальные громады» имеется в виду, что ряд громад объединяется. Согласно утвержденным перспективным планам, мы планируем порядка 1450 громад в совокупности. Например, на период января 2015 года их было в 8 раз больше, более 10 тысяч. Таким образом, их количество уменьшается. Они становятся более сильными. И, как мы говорим, сильная громада – сильное государство. Реформа децентрализации, она не несет в себе угрозу федерализации Украины? Ни в коем случае она не несет такой угрозы. Именно эта реформа и утверждает административно-территориальное устройство государства, которое и фиксирует те основы и развитие страны, в котором в котором мы находимся, в котором мы планируем быть. Кроме устройства, сути децентрализации через сильные громады, какие еще практическую пользу несет для себя реформа децентрализации, опять же, для граждан Украины? И есть ли отличие, кто сильнее чувствует эту реформу децентрализации, горожане или люди, которые живут в селах? Для всех граждан, для всех жителей есть свои преимущества и для городского населения, и для сельского населения. В первую очередь,
объединенные территориальные громады обретают больший объем полномочий для реализации планирования собственной судьбы, собственной жизни, а также соответствующие... Это что означает? Они могут распоряжаться деньгами, они могут распоряжаться деньгами, и ведь формирование и планирование создания территориальных громад базировалась на принципе их самодостаточности, как экономической, финансовой, базировалась на принципе количества людей, проживающих в том или ином районе, количества детей и их связь с точки зрения дорожной инфраструктуры между собой, близость населенных пунктов друг к другу, выбор центра объединенной территориальной громады и так далее. Поэтому фактически, обретая контроль над тем финансовым потоком доходов, которые существуют у громады, и возможность его распоряжения, сами жители громад имеют право принимать решения о развитии тех или иных видов инфраструктуры, строительства школ, больниц, поликлиник, улучшения дорожного покрытия, освещения и так далее. Это право переходит на уровень местный. Это очень важный сдвиг в сознании. Означает ли это, что когда реформа будет уже закончена, этот вопрос окажется бессмысленным об особом статусе Донбасса? То есть вот реформа децентрализации, она предоставляет громадам на местах фактически весь объем самостоятельности и того, что они могут влиять на качество своей жизни. Безусловно. И мы не разделяем объединенные по какому-то принципу ОТГ на Донбассе или ОТГ на Волыне. Они формируются по единым принципам добровольности объединения. И, как я уже сказал, 100% территории Украины покрыто перспективным планом развития объединенных территориальных громад, включая 100% территории Донецкой и Луганской области. Какие еще вызовы стоят перед министерством? Перед министерством стоит вызов реализации региональных стратегий развития Украины, потому что каждый регион уникален. В этом и сила нашей страны. Регионы имеют свои преимущества. Эти преимущества необходимо четко определить и разработать четкие, понятные стратегии развития регионов на базе этих сильных сторон. В данный момент министерство уже работает над этим. В ближайшее время мы представим соответствующие региональные планы развития, понятные, доступные, без лишнего количества макулатуры и ненужных статистических данных, понятные приоритеты, куда будет двигаться этот регион, эта область, в чем ее преимущества, конкурентоспособные, как на национальном уровне, так и на международном уровне. Вот давайте тогда здесь поставим многоточие. Я приглашаю вас в студию для того, что когда вот этот региональный план будет утвержден, и вы расскажете, мы выберем с вами 4 региона или 4 области, и вы тогда нам презентуете, чем будут отличаться перспективные планы развития того или иного региона, и как это все вместе будет ложиться в канву президентской кампании «Сшиваем Украину». Договорились. Спасибо большое. С нами был министр развития громад и территории Украины Алексей Чернышов. Мы с вами увидимся. Все будет Украина.